по сути, первая жизнь уже спасена, это моя. Как защититься человеку в квартире? Как? Он может не успеть добраться до убежища. Тревога гудит, прилет может быть очень быстрым. Здесь нет абсолютно ничего сложного. Это детский конструктор, который раньше практически у всех был. Любой лифт по частям ее поднимет, на любой этаж, естественно. Монтируется она в районе 2-3 часа. Смертельный номер. Заходя туда, я ничего не ощущал. Я уверенно заходил, можете посмотреть на видео. Точно так же я и с улыбкой уверенно и выходил. Я знал, что она крепкая, я знал, что она выдержит. Плита никогда не упадет на капсулу с такой высоты. Максимум плита, что может упасть, это высота 1,5 метра. Когда она упадет с высоты 1,5 метра, она не нанесет каких-то повреждений капсуле. Если после этого падения слаживается дом, то просто те плиты, которые уже первые лежат на капсуле, они будут препятствовать давлению на капсулу. Здесь будет 3, даже 4 люка дополнительно по разным сторонам, которые человек из внутренней стороны сможет открутить и выбраться самостоятельно по возможности. Для чего со всех сторон, никто не знает, как сложится. В обстрел 2 января ключевое слово здесь – они спали в капсуле всей семьей. Это можно назвать как капсула для сна в этот период времени. Не хочу я этим заниматься, я хочу, чтобы закончилась война.